Приднестровье разрабатывают систему предоставления субсидий молодым семьям на покупку жилья. Нерешенный квартирный вопрос – одна из самых главных причин оттока квалифицированных кадров из здравоохранения, образования и силового блока. Сотрудникам этих отраслей будут предоставляться субсидии. Законопроект о господдержке молодых семей обсудили в правительстве. Квартиры для семей молодых специалистов. Учителя, врачи, инженеры, сотрудники силовых ведомств смогут приобрести доступное жилье. В правительстве разработали целевой законопроект. Предлагают два варианта. Первый – выдать будущим жильцам деньги из бюджета, чтобы сразу погасить 50-70% стоимости жилья за счет государства. Но так можно купить лишь 50 квартир. А вот второй вариант позволит обеспечить жильем около 300 молодых специалистов. Это вариант использования кредитного плеча, то есть подключения банковской системы республики к этому процессу. Суть его заключается в том, что потенциальный гражданин, который нуждается в улучшении жилищных условий, обращается в банк, берет кредит на срок от 7 до 10 лет, и от 50 до 70% тела этого кредита ежемесячно погашает государство. То есть помогает заемщику, молодому врачу, учителю и так далее этот кредит погасить. Рассчитывать на такую финансовую помощь государства могут лишь молодые специалисты до 32 лет, у которых есть семья. И еще, на протяжении последних 3 лет в их собственности не должно быть никакого жилья. Получатель субсидий должен обратиться в первую очередь к своему руководителю, получить сертификат, дальше в банк. Субсидия на семью без детей – 10 тысяч долларов, с одним ребенком – 12 тысяч, а с двумя и более – 14 тысяч долларов. Кстати, кредит выдается в рублях, погашение к курсу доллара не привязано. Предложение изучили в банковском сообществе. Если у нас сумма субсидии 10 тысяч, полагается, что 15% расходуется, то есть 1500 идет субсидирование первого взноса. Доллар. Да, разницу доплачивает заемщик. Мы заемщика, по сути, по стоимости приобретаемого жилья не ограничиваем. Да? Если ему положено, вот его по социальным показателям 10 тысяч, он может подобрать квартиру, если это где-то в Каменке, наверное, что-то из 10-11 можно найти, да, если это в Тирасполе, это может быть другая сумма, но разницу он доплачивает самостоятельно. Государство планирует в республиканском бюджете создать отдельный фонд поддержки молодых семей и специалистов и заложить в него примерно 20 миллионов рублей. Законопроект направят на рассмотрение в Верховный Совет в конце августа. Если его примут, он вступит в силу уже в этом году.